ущельем Зивгом близится к завершению строительства детского лагеря отдыха. В настоящее время специалисты монтируют потолки, утепляют наружные стены зданий. Одновременно во всех 5 корпусах ведутся отделочные работы. Их планируют завершить в сентябре. На данный момент идут ремонтно-отделочные работы в 5 спальных корпусах. Значит, тут шпаклевка стен потолков и плиточные работы во всех спальных корпусах. Помимо этого идут уже отделочные работы вот в административном здании. То есть шпаклевка стен, потолков, и плиточные работы. То есть это вот основная фаза работы. Ежедневно на объекте трудится около 45 человек, то есть в среднем, и около 6 единиц строительной техники в среднем. К объекту подведены все коммуникационные сети, проложена канализационная линия, ведется монтаж очистных сооружений. Отопительная система будет электрической, но в дальнейшем здание будет газифицировано. Лагерь будет действовать круглогодично со всеми условиями для организации досуга отдыхающих. База рассчитана на 150 мест. Кроме того, согласно проекту, здесь будут отдельные номера для размещения вожатых. В каждом здании предусмотрены просторные балконы, с которых открывается живописный вид на красоты ущелья. Для любителей здорового образа жизни здесь предусмотрены спортивные площадки, а для проведения культурно-развлекательных мероприятий строится амфитеатр. После внутренних отделочных работ строители перейдут к завершающему этапу строительства, к благоустройству прилегающей территории. Все наружные работы уже хотим, в принципе, начать. Перед спальными корпусами начали установку бордюра. Все сооружения уже идут, в принципе, к завершающей стадии. Скоро начнем уже работы по разметке и работы на этих спортивных площадках. Это баскетбольная и волейбольная площадка. Учитывая санитарно-гигиенические требования, на территории лагеря строится и прачечная. На данном этапе большая часть рабочих трудится в административном здании. Все строительные работы на объекте планируют завершить уже к декабрю. И в начале следующего года детский лагерь отдыха введут в эксплуатацию. Анжела Кукоева, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня.